И без нервов, спокойно, надо выигрывать. Отыгрывать не забываем, открываться без мяча. Все будет хорошо. Должны победить. Должны. Первый удар у меня в перекладину. Хороший знак. Неплохой сезон по результатам. Они постараются остаться в этой лиге. Ну и кто знает, даже... Так, назад сейчас защита. Знаешь, впереди еще столько же игр. И будем надеяться, что клуб они сейчас заработают все-таки побольше. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Отлично сыграл. Хорошо, 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 до конца. В форме. А в форме подачи не надо опаздывать. Спокойно, 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 все, играем. Ниже, ниже защита. Ибрагимович. Отлично задумано, отлично исполнено, 5 баллов. Удар. Вратарь. Не дали пробить. Хорош. Нормально, молодчик. Бот в воротах. Назад, назад, назад. Смотрите, что без обрезов. Смотрите на радар, желтые точки где там. Поближе к друг другу встаньте. Так. Буду грузить на 11 коричневый. Набегай туда. Кость, отойди чуть подальше, оттащи их. Поехали. Судья показывает, что будет угловой. Повторяет нам сейв. Конечно, очень здорово сыграл вратарь. Фунт. Передаваться будем все равно. Давайте сейчас легкую скидочку вот сюда скину. И... Не-не-не, ты встань туда. Встань. Ага, все, пусть. Стой. Встань перед ним, постарайся. Все, кидаю, давай. Скидывай. И здорово. Ай-яй. С ударом Гена. Хорош. Тотти. Мяч будет введен из аута. Странно как-то, я вроде вперед давал. С ним, с ним, с ним, Ром. Получше мячом распорядиться. Не смог сохранить мяч в игре в этом эпизоде. Защитником играю, защитником играю, Костя. Так дальняя будет. Ну послушайте, надо больше тренироваться, так вводить мяч. Бля, да что ж ты в касание выбил? Да я в касание выбивал, блин. А это мне показалось, что от нас мяч шел, нет? Сори. Наш был, Коля выбивал. Бьет он головой. Я просто касание хотел вынос, и он, блядь, такую хуйню какую-то исполнил непонятную. Будет первым на мяче. Пол команды обыграл. Решил пробить. Ребят, ну сказал же защита. Вниз сразу опускаемся. Вниз. Не надо, блядь. Будем надеяться, не последний. Ну как вот, блядь, пас нахуй, никто не перекрыл его, а? Решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. На заброс давай. Быстрее, ребят, не отпасовываем. Ну что так долго-то, блядь? Проверка от голкипера. Да нет, он все еще здесь. Это угловой удар. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Прекрасный удар, но и вратарь хороший.
Они нам в первой игре так насували, блядь, постоянно вот этими разрезающими пасами туда вперед, блядь. Играйте ниже, играйте как, блядь, суперзащита, блядь, в пизду. Звучит свисток. Чуть-чуть, но в офсайде он был. Ибрагимович. Браво. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Это может быть опасно. Защитник справился с навесом. Тем временем соперник перехватывает мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Защита справляется. Атака, стоп, мяч будет введен ударом от ворот. Мяч перешел к другой команде. Выше, выше, выше. Богдан, закрывай защитника там своего. Перехват в центральной зоне. Да мне же, Артём, ну. Тут может что-то получиться. Мяч летит в сторону ворот. Штанга спасает, но игра продолжается. Санчес Родригес. Тотти. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Отлично сыграно, надо решать. Ой, он что-то... Ветёвер, что с тобой? Еще раз. Что ты на левом фланге делал сейчас? Я не на левом фланге был, а в центре. Угу. Я был с игроком, который... Мне отдавай. Вы же прессингуем? Вперед. Ты прессингуешь со своей стороны-то? Там пусто. Блять, ну все равно есть какой-то игрок ближе к твоему флангу. Хорошо, все. Я с его фланга не буду ходить. Блять, пиздец. Не было офсайда. Че, я не знаю, как он подошел, блядь, я в него прям попал, блядь. Как так получилось, непонятно. И есть поддержка у этой атаки. Легко прошел он соперника. Здорово! Хорошо. Блядь. Это может быть опасно. Кость, ты если бежишь, уж беги. Че ты его с левым нижним-то принимаешь? Устанавливаешься лишний раз. Рожгин. Можно начинать свою атаку. Плотнее, плотнее, плотнее. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Продолжают владеть мячом, очень долго, пора бы уже как-то обострять. Не стой, не стой, не стой, во фланг открывайся сразу. Включаться на анализ оборонительных действий. Спокойно. Ибрагимович. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Блять. Хорош. Что такое с тобой? 4 минуты. И вратарь забирает этот мяч. Рома, успокойся, играй, как играешь.
Слушай, никого. Центр. Какой перехват? Великолепно сыграно. Санчес Родригес. Рамин, передай. Стой, Кость, стой. Не беги. Я тебе скажу, когда бежать. Смотри, чтоб он тебя не зажал. Давай, раз, два, три. Беги, беги, беги. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. 1-0. Собрались. Так, давайте суеты какой-то много. Давайте поспокойнее. Открываемся и в ножки, в ножки, в ножки. Больше пасов в ножки. Защиты лучше ниже сыграете чуть-чуть. Они, у них коронка это, блядь, разрезные передачи на ход. Стоп, давай, давай правым флангом играем. Ради бога только, блядь, не тормозите, блядь, с этим. С пасом. А почему не засылаем-то туда Лёхи? По флангу. Потому что Лёха был закрыт. Все, 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 заигранный эпизод. Центр, центр. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Центр по флангу, определитесь. Блядь, ты определись, мы-то. Есть вариант развития атаки. Каждый просит, где он стоит. Блядь, ну почему туда, блядь? Ребят, ну почему не закрываем? Не опускайся сразу, Ген. Чё ты опускаешься? Отрабатываем по игроку без мяча. По ближайшему. Блядь, чё тут, чё происходит, мужики? Ёб твою мать. Нахуй этот подкат. Извиняюсь. Пенальти. Говорят, что пенальти это всегда лотерея. Категорически не согласен. Пенальти это сейчас. Давай заброс. Реализован пенальти. Так я подальше стану, да, и мне пас сразу. Тотти. Надежно играет защитник, атака прервана. Игрок поспешил. Головой бьет он по мячу. Точнее был бы. Может что-то получиться. Хорошее обращение. И кто первым успеет, как при массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Отличный момент. Дебиши. Ну, а здесь нажал же вот на пас. Принял и нажал. И играть еще полчаса. Это может быть опасная атака. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Да, мало кто ожидал такого. Но за несколько минут до конца матча лидирует тот, от кого этого не ждали. Знаешь, меня всегда смущал этот странный термин «заведомо». Yeah. Кто он вообще такой? Кто решил, что он заведомо аутсайдер?
Вот вышел, победил, и кто он теперь? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Какая у него координация, посмотрите, как он сейчас устоял на ногах, непонятно вообще. Терпеливо ждут они своего шанса. Мяч у защитника, что такое? Он сыграл надежно. Плотнее, не даем принимать, спокойно, блядь. Играем с игроками ближе. Можно начинать атаку в обратную сторону. Можно бить! Забивай, нахуй, ебаный урод, блядь. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Какой перехват! Великолепно сыграно! Это может быть опасно. Ну что, может быть навес? Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Не доходит до адресата. Чё за жизнь, блядь? В мяче первым оказался. Пас вратарю, болельщики недовольны. Не спускайся, не спускайся, Кость, не надо. Перешел к другой команде. Дебюши. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобран мяч, да, блядь. Надо возвращаться. А что мне делать? Жди мяч там. Играй за... мяч, который потом опять... играй с защитниками. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Тем временем соперник перехватывает мяч. Богдан, ну а ты чё сюда тоже пришёл? Ну... Тотти. Санчес Родригес. Я, конечно, всё понимаю, блядь. Хорошая оборонительная. И кто первый подходит к этому мячу? Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Гена там пиздит всю игру, блядь. Второй пас там, блядь. Никуда. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Тотти. Ибрагимович. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Санчес Родригес. Атака остановлена, но кто получит мяч? Ибрагимович. Судья решил добавить 3 минуты. Пока неплохо. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Здесь отыграй. Удар! Игроки в штрафной готовятся к борьбе за верховой мяч. Карасо! Головой. Итак, 2-0, все. Что происходит с командой официальных матчей, блядь? Пусть знает. Я входу. 30% передач, блядь. 30.
Ладно, я по боссу смотрю. Давай, Лёх. Давай. Гена тоже не очень сыграл сегодня, блядь. Это, блядь, непонятно. Да что не очень, просто паста постоянно в кашу шел. Когда открытый пас не давали. А как только, блин, каша... Ген, ну в ноги тебе пас на отыгрыш. Сразу отыграл в треугольничек. В чем проблема-то? Потом запись, я его даже принимать не успевал. Я его только принимаю, когда я его терял. А потерял его два раза всего. Я его только принимать, и они меня тут же накрывали. Это вот в кашу пас был. Там, то есть, даже нет момента для маневра, так скажем. То есть, он вот мяч подходит, там же сам понимаешь, что есть некий момент, когда его надо принять. Для того, чтобы отыграть хотя бы. А вот тут же меня тут же накрывали. А когда вот увидишь, там открытый иду, почему-то тащат мяч. Ну я не.